конечно, очень напряженный день, но как журналист не могу не спросить, как вы оцениваете события вокруг Нагорного Карабаха последние? Ну что ж, это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживает около 2 миллионов азербайджанцев и свыше 2 миллионов, по нашим подсчетам, армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери.